В эфире телеканала «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы и я, Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Протест в массы. Акцию на Думской площади поддержал камерный коллектив Ореста Лютова. В Одессе на улице Мечникова в результате прорыва труб образовался огромный провал. Городская власть Одессы уничтожила музей спортивной славы имени чемпионки Олимпийских игр Юлии Рябчинской. В Одессе собралась очередная критическая масса. Пробег на велосипедах за равенство на дороге и развитие городской инфраструктуры. Протест в массы. Акцию на Думской площади поддержал камерный коллектив Ореста Лютова. Знаменитые украинские музыканты выступили на сцене антитрухановского Майдана, открыв творческий вечер сопротивления. В рамках конвенции состоялась фотовыставка и демонстрация документального кино, посвященной революции достоинства. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Орест Лютый, доктор антропологии, приятель артиста Антона Мухарского. Так о себе говорит наш герой. Человек простой, видит совок, едет на вскрытие. Почтенный доктор до сих пор не понимает, как бродит по земле то, что должно в ней лежать. Зараз на наших очах відбувається процес, скажем так, здыхання, подыхання совка. Він ще пручається, знаєте, це як зомбі, якого накачують там газом і так далі. Але від нього погано тхне. Тобто він ще рухається, цей совок, він ще там може когось налякати, зомбі там йдуть. Да? Тобто це така мортальна естетика, яка тягне в прірву. Оці всі трупоносні там, паради і так далі, культ предків загиблих. Я розумію, що треба віддавати шану, але не треба створювати культ мертвих. Приглашение выступить с концертом в Одессе коллектив Ореста Лютова восприняло тепло и с готовностью, ведь идея поддерживать любые адекватные протестные проявления украинцев против своеволия властей пришла Антону Мухарскому именно в нашем городе. В свій час я вів одне свято одного дуже заможного одеського бонзи. І там на тому святі була людина, яка звернулася до мене українською мовою. Я теж відповів українською мовою, і за лаштунками до мене підбігає організаторка і каже, щоб ви ніколи, слышите, ніколи не смілі розмовляти здесь, в Одесі, на цій собачій мові. От я пам'ятаю, я тоді став таким червоним трошечки, і зрозумів, що це війна. І от тоді, саме в цей вечір, народився Орест Лютий в отелі «Моцарт». Я сів і написав дві пісні. Одна називається «Вагони повні москалів», а інша називається колись називалась Владимирский Централ, теперь называется Лукьяновский СИЗО. Суть экспериментов профессора Лютова заключается в испытании публики на нелюбовь к совку, худшему проявлению советской эпохи. Терминологии Ореста Лютова «совки» люди не способны жить свободно и поддерживать общую независимость. Если где-то совок наступает на права украинцев, коллектив Ореста Лютова едет поддерживать украинцев. Майдан неможливо так вот розпочати и неможливо так вот закінчити. Це не вказівка згори. І це не проплачені акції, як хтось хоче це подати. Це стан духу, це стан душі. Українці тим і відрізняються від, скажімо так, північно-східних сусідів, що вони вже навчилися виборювати свої особисті права і свої особисті свободи. Послухати музикантів зібрались 3000 одеситів. Творчество Ореста Лютова давно знаєте? Ну, я слышал времена, но не полностью, а я сейчас влюбился, как говорится. У него, это действительно наш человек, патриот, это украинец, а я патриот, я волонтер. Я когда вижу таких людей, у меня душа раскрывается. И я как будто сегодня снова ожил. Это чудо. Ореста Лютова творчество давно знаете? Да, конечно. Вы пришли на концерт специально, узнали, что он выступает? Да, в принципе, к сожалению, я так думаю, что если бы не его приезда, то народу было бы очень мало. Поэтому вот спасибо ему в том плане, что он поддерживает и антимайдан, Майдан антитрухановский, вот, молодец. И вообще его позиция достаточно востребованная, я думаю, у нас в Одессе. За сценой выставлены лучшие, по мнению коллектива Ореста Лютова, кадры противостояния на Киевском Майдане. 50 фотографий Майдана отобраны из десятка тысяч. Каждый как будто возвращает зрителя в опаленные Молотовым дни. Творческий вечер, лагерная украинизация, плод совместных усилий киевского коллектива и активистов антитрухановского Майдана. Михаил Кузаконь говорит, это не просто концерт, а свидетельство единения всех патриотов Украины. Творчество Ореста Лютова или Антона Мухарского в миру, оно соответствует духу Майдана, вот, соответствует, скажем так, взглядов
активистов, взглядов тех людей, которые поддерживают этот Майдан, взглядов тех людей, которые этот Майдан объединил. Вот, поэтому это абсолютно как бы ложится в лузу. В конце вечера зрителям был продемонстрирован фильм «Майдан. Искусство протеста». Так закончился первый день двухдневного арт-майдана в Одессе. Популярный украинский артист Антон Мухарский, он же Орест Лютый, не ограничился воскресным концертом на Думской площади. Еще один его проект в поддержку активистов – «Майдан. Революция духу». В чем он заключается, Орест рассказал одесским журналистам на пресс-конференции 30 мая. В поддержку активистов на Домской площади, которые выступают против одесских русскомирцев, в том числе облеченных властью, стартует культурологический проект «Майдан. Революция духу». В программе показ историко-документального фильма «Майдан. Искусство сопротивления». Нас запросили активісти Майдану Одеського для того, щоб ми привезли з собою до Одеси той дух Майдану, та які висловлюються, по суті, одним словом, яке дуже важливо для українців – це воля. Це країна вільних людей. Людей, які не хочуть бути рабами, і оцей постсовковий період, він закінчується. Він же вмирає. Імперія, яка зараз там ще розмахує ядерною там боєголовками, я маю на увазі Російську імперію, вона вже дохла, від неї погано тхне. Майдан – революція духу. Під обкладинкою якого Антін об'єднав 40 найвідоміших українських письменників, філософів, культурологів, митців. Це і Подерв'янський, і Забужко, і Жадан, і Винничук. От всі-всі-всі от вершки української культури, які були очевидцями подій, які аналізують ситуацію на Майдані з душевної точки зору, з історичної, з мистецької. Крім того, Орест Лютий зі своїми колегами по контркультурному цеху презентують книгу «Сказки русского мира». Ця книжка може вважатися певною антиотрутою. От якщо ви ще ностальгуєте за булочки за 3 копійки, якщо ви ще вірите, що газірована вода із автомата, вона краща, ніж та, яка продається зараз, якщо ви вірите в те, що Європу можна закатати, взагалі до Гібралтара танками проїхатися по всій цій Європі, ну якщо у вас існують ці фантомні болі Радянського Союзу, то от цими фантомними болями можна розправитися завдяки оцій книжці. Без чувства юмора читати ту книжку не рекомендується. Совковим дебілам, дітям до 18, вагітним жінкам і так далі. Также в рамках визита артиста будет представлен фотопроект 50 лучших фоторабот из 6000 работ 150 фотографов о событиях на Майдані. На Майдані на Думській можна побачити проект 50 найкращих фотографій Майдану, які ми також привезли з короткими історіями фотографів українською і англійською мовами, щоб іноземці, які приїздять до Одеси, могли прочитати про нашу революцію і збагнути, продовженням чого є власне місцевий Майдан. Во время концерта Ореста Лютого стали появляться неоднозначные слухи. Якобы артисту предлагали деньги, чтобы он не приезжал в Одессу и не выступал на Думской площади. Мол, даже поступали угрозы сорвать концерт. Нам звонили, не едьте, провокации, там бомбы взорвут вас. Хотите, мы вам денег дадим, не приезжайте только к нам сюда, потому что тут все не так, как вы думаете, тут все по-другому. Тобто мы это уже проходили, розумієте? Це було і на Майдані. І от вони, я маю на увазі ті, хто живуть ще в совковій парадигмі, вони думають, що все можна купити. Одна з головних місій артиста – з допомогою свого творчества змінити ментальність українців з совкової на проєвропейську. То, що відбувається в Україні – це естетика любви. Це естетика, пожалуйста, якщо хочете, всі дозволеності. Кожен має мати право на самовираження. Кожен має мати право на свою життя. Але запам'ятайте, поки комунізм не наказан, комунізм равно фашизм. Фашизм наказан на Нюрнбергском процессе, проведено следствие, и он признан преступлением против человечества. Коммунизм есть преступлением против человечества. Пока ленины стоят, пока идолы стоят, будет проливаться кровь, и будут эти идолы требовать жертвоприношений. И мы будем, к сожалению, пока мы не этот совок из мозгов своих не удалим, мы будем проливать кровь. Напоследок Орест Лютый проанонсировал выход своего нового альбома «Москалив в Донбассе нет». Это авторские песни, и основной их аудиторией по замыслу артиста должны быть россияне. Нормальные россияне. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». В центре Одессы на улице Мечникова из-под земли забил 15-метровый фонтан. Чудо природы, впрочем, оказалось вполне рукотворным. И произошло благодаря прорыву труб Одесской ТЭЦ. В результате прорыва на Мечникова 28 образовался огромный провал. Пострадали полтора десятка автомобилей. На месте происшествия побывала Алена Фомич.
Это произошло примерно в 10:20 на улице Мечникова, 28. Сначала местные жители услышали страшный взрыв сверху на их жилище, а заодно и на припаркованной на стоянке напротив. Автомобиль обрушился град камней и огромной ветки деревьев, а из-под земли забил мощный фонтан высотой не менее 15 метров. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции, составляют акт о повреждении машин. Здесь велись ремонтные работы, я так понимаю, проводился... По теплу, да? Да, по теплу, да, что с водой связано проводились, вследствие чего произошел взрыв. Сколько машин пострадало? Около 10 машин пострадало. Это, конечно, чудо, что происшествие случилось в начале 11-го, не скажем, в 8 утра, когда люди ведут своих детей в школы и детские сады. Тем не менее, расположенному за забором авторемонтному техникуму тоже попало. И хорошо, что попало на автомобили, а не на голову, ведь вместе с водяной струей вверх и в стороны летели куски асфальта. Они до сих пор валяются в радиусе нескольких метров от эпицентра водяного взрыва. Ну а по глубине образовавшейся ямы можно судить, насколько мощным был этот взрыв. В результате происшествия покалеченными оказались деревья и автомобили. О том, во сколько людям обойдется ремонт их авто, говорить пока рано, но ясно одно – ущерб серьезный. Ой, понятия не имею. Там все стекла отсутствуют. Я ее еще даже не обходила со всех сторон. То есть заднее, переднее лобовое, два боковых, по-моему, три боковых. А что там дальше, вмятины, там ветки лежат на ней. Я даже понятия не имею, сколько это. Видать, я прессовку труб типа трассы делали. Резкое давление, взрыв еще. И пострадали машины. Ну, у меня так небольшая травма. А в людей там стекла повредили. Короче, горе не было. Финансовый план. Вот тут самый интересный вопрос, а понесет ли ответственность, так сказать, главный виновник происшествия, Одесская ТЭЦ? Ведь трубы рвануло в момент проведения ими испытаний теплосетей. ТЭЦ. Проверяли давление в... В результате чего вот это вот прыгнуло. Хорошо, что ни детей не было, никто не проходил, ни машины проезжали, потому что взлетело бы все на воздух, 15 метров. Вон есть видео даже. За стенкой этот самый побила машина, за стеной. Здесь взрыв был сильнейший. Побила, залила. 10:20 где-то это было. Пол 11-го. Да, где-то 10:20, 10:25 это было. Вопрос к нашим коммунальщикам. Кто нам оплачивает теперь ремонт машин будет? Который стоит, извините меня, немаленьких денег на сегодняшний день. Люди в произошедшем обвиняют одесские коммунальные службы. Ведь, как уверяют местные жители, на их улице постоянно проходят ремонтные работы по замене труб. Однако, то ли работают коммунальщики из рук вон плохо, то ли на самом деле никакой замены старых труб не происходит. Факт налицо. Трубы рвет постоянно, причем практически на том же самом месте. Наши трубы взорвались. Пускай поставят новые трубы, они постоянно здесь роют по 3-4 раза на год. И хоть бы раз сделали бы нормально, а здесь постоянно что-то то происходит. То есть они вот этот кусок, вот этот квартал наш кусок, они роют два года тут постоянно что-то роют. Здесь постоянно улицу делают, постоянно прорывы. Вон на углу прорыв тоже. На другом углу. Здесь постоянно роют эту улицу. Постоянно, каждый метр, блин, каждое лето 2-3 раза разрыли. Мы все сделали, закопали, через пару дней приезжают, у них опять на том же месте какой-то... Они опять вырывают все это. Хоть бы раз сделали нормально. Нет, у них постоянно все через жопу, блин, простите. Других выражений нет. И действительно заметно, что вся Мечникова перекопана, а затем залатана, причем не единожды. Через каждые 50 метров видны ограждения с табличками. Здесь идут ремонтные работы. В любом случае, этот провал можно считать настоящим провалом коммунальщиков. Во всех смыслах. И на этот раз за некачественную работу коммунальщикам придется ответить. Жители, чье имущество пострадало от взрыва, намерены подать коллективный иск в суд. На последнем заседании градостроительного совета, где не обошлось без скандалов, архитекторы, несмотря на протесты общественности, одобрили проект зонирования Одессы, разработанный харьковскими специалистами. Однако, что удивительно, в поддержку активистов выступила профильная комиссия городского совета. Она рекомендовала депутатам одобрить проект на сессии только после всех правок и замечаний, а также одобрила предложение создать согласительную комиссию из активистов, городских и областных чиновников. Идею поддержали и некоторые депутаты городского совета. Почему? В нашем следующем сюжете. У депутатов-оппозиционеров было много замечаний относительно предложенного проекта зонинга. В нем сокращался, даже скукоживался исторический центр города. Урезались площади немногочисленных зеленых зон в спальных районах Одессы. Разрешалась многоэтажная застройка в районе той же Аркадии. Пляжи отдавались в полное пользование коммерсантам. В предложенном проекте зонинга береговая защитная полоса по замыслу харьковчан должна была появиться когда-нибудь потом.
Если он будет утвержден в таком виде, в каком он есть сейчас, это позволит городскому совету обойти принятие ряда резонансных ДПТ, таких как, например, по Люздорской дороге угол Кастанди, там, где на месте особняка Тиля планируется строительство двух 24-этажных домов, и вопрос, который был снят на прошлой повестке сессии. Это вопросы по строительству в парковых зонах. Документ требует доработки. То, что сейчас пытаются принять, это нарушение всех норм, законов. Это преступно, это портит Одессу, это ущемление прав человека. И есть большое такое подозрение, что это подрыв государственности. Кроме того, депутаты подчеркнули, несмотря на то, что проект должен был пройти общественное обсуждение, как того требует законодательство Украины и устав города, де-факто этого не произошло. На такой объемный масштабный документ было всего более 80 замечаний. Ознакомиться с ним не могут даже члены профильной комиссии. Этот документ, скорее всего, напоминает круговую поруку, потому что он не может не учитывать интересы больших чиновников. Слишком явные нарушения. И как бы нам ни пытались их представить как «Ой, извините, ошибся», нельзя четко в границах, например, там, срезать 20% парка и сказать «Я не заметил». Если этот документ будет утвержден, потом его просто никто не отменит, потому что люди, которые будут заинтересованы в его принятии, они будут всячески пытаться его оставить. Мне удивительна позиция городских властей по данному вопросу, которые своим бездействием провоцируют в нашем городе, если можно так сказать, Майдан за Майданом. Только теперь на этот раз он какой будет? Строительно-архитектурный? Депутаты, которые решили выступить против одобрямца со стороны градостроительного совета и депутатского корпуса, замечают, то, что предложили харьковчане, принимать ни в коем случае нельзя. Только после того, как мэрия учтет все замечания одесситов, общественных активистов, профильных специалистов из области, документ можно рассматривать на городской сессии. Сумма договора 1 700 000 гривен. 1 700 000 гривен, вот, но как бы это не все, что заплатит город, вот, за вот этот вот фальшивый, вот, по сути, зонинг. Вот нам придется расплачиваться нашими пляжами, вот, нашими зелеными зонами, вот, нашим историческим центром, потому что от него, ну, действительно ничего не останется. Было разослано ряд обращений, они, их больше 15, они разосланы в разные инстанции, это обращение на голову Верховной Рады, на президента, на премьер-министра, в прокуратуру, в СБУ, во все инстанции, которые, в принципе, являются профильными, надзорными. И есть даже исковое заявление в суд о действительно создании согласительной комиссии. Теперь дело за позицией мэрии и депутатов. Или они прислушаются ко всем пожеланиям, или, приняв проект зонинга в первозданном виде, де-факто открыто признаются. На требования громады им плевать. Депутаты и чиновники лоббируют интересы крупного капитала, а не одесситов. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Одесская мэрия уничтожила музей спортивной славы имени чемпионки Олимпийских игр Юлии Рябчинской. Своим действием чиновники постарались придать законный характер. По решению суда отобрали помещение. Музей спортивной славы области, единственный в Украине, существовал 15 лет. Сюда на экскурсии приводили учащихся и воспитанников спортивных школ. Помещение арендовалось на льготных условиях. 2 года назад мэрия решила договор аренды не продлевать. После длительной тяжбы суд стал на сторону власти. Выселять музей явились представители горсовета с полицией. Как раз сейчас коллекцию повезли на выставку в Киев. Мы встречались с мэром города Одессы Трухановым, который сказал дословно, что я одессит, я болею за спорт, я спортсмен. И я обязательно решу этот вопрос, чтобы музей Олимпийской славы сохранить. В конечном итоге уже сейчас почти 2 часа дня, и приехала полиция, приехала юстиция, и приехала коммунальная служба города, и вырвали замки со входов и ворвались в помещение. Представители горсовета утверждают, что в деятельности руководства музея обнаружены серьезные нарушения. Хотя подтверждающих документов нам не показали. Даже если предположить, что обвинения справедливы, это не повод закрывать музей. Мы этот вопрос будем поднимать не только здесь, в Одесской области, но и с общественностью всей Украины. Хотела бы поднять этот вопрос на уровне Генеральной прокуратуры. Я обращаюсь к вам, Юрий Витальевич Луценко. Я прошу вас поддержать сегодня
уголовное и открыть уголовное дело против коррупции, которое происходит в городе Одессе. Городская власть и сам Геннадий Труханов, который не раз говорил о значении спортивного воспитания молодежи, поступают по меньшей мере странно, чтобы не сказать подозрительно. Складывается впечатление, что чиновникам нужно освободить помещение в центре города, чтобы подороже его продать. А история спорта денег не приносит. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». В минувшую субботу на улице Ришельевской, угол Еврейской, состоялся пикет против информационной политики городского телеканала «Здоровье». Организация «Новое поколение» вывела сторонников к офису канала с требованием к властям обратить внимание на трансляцию российской пропаганды в одесском кабеле. Продолжит Николай Конюхов. Несколько программ, обращенных против одесского губернатора и его политическими оппонентами, нарушили один из основополагающих законов негласного военного времени – не давать слова агрессору. Выпуская российский агитпроп, пусть даже в качестве политпиара, владельцы канала рискуют накликать на город беду, говорят участники пикета у телеканала «Здоровье». Напомним, закон о защите информационного телерадиопространства Украины запрещает любую пропаганду действий вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта. По телеканалу вещают Путина, Ленина, Сталина, вещают, какие хорошие российские миротворцы, как они навели порядок в Абхазии и признали эту республику. Одесса – это регион, который нестабильный. Здесь могут легко произойти любые диверсии. И такого рода политические пропаганды недопустимы в нашем городе. Протестующие требуют лишить телеканал «Здоровье» лицензии и говорят, что подали соответствующие документы в Нацсовет по телерадиовещанию, Генеральную прокуратуру и Службу безопасности. Кроме того, написали письма в администрацию президента Украины и главе кабинета министров. Чтобы обратить внимание властей на свои обращения, активисты организовали пикет. Контент телеканала «Здоровье» изучили в Верховной Раде, говорит Дарья Антоненко. По словам организатора пикета, нардепы поддержали требование пресечь саботаж в одесском эфире. Николай Конюхов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Круг». Дорожная мафия бессмертна. Доказательства этого представили активисты общественной организации «ОБРИХ». На трассе Одесса-Киев зафиксирован факт сговора полицейских с перевозчиками. Блюстители закона пропускают многотоннажные грузовики мимо пункта весового контроля. Видеофиксацию рейда общественников распространило электронное издание 048. Какую машину поставить на весы, а какую пропустить, так полицейские и работники весового пункта определяют сами. По закону взвешивать все грузовики не обязательно. Но если подозрение в превышении нормы загрузки есть, надо проверять. Дорожная полиция делает это как-то слишком избирательно. Общественники стали свидетелями переговоров полицейских с неизвестными людьми, после чего большегрузный транспорт свободно проезжает мимо весов. Активисты «Оберига» задержали машины с битумом, принадлежащие компании «Дорлидер». Вскоре появился и человек, представившийся генеральным директором предприятия. «Дорлидера приехал». «Что от «Дорлидера» приехал?» «То я генеральный директор». «Ну как зовут?» «Арай Хачкович». «Арай, Мирханин». «С битумовозы просто заедут, на ходу пройдут все сейчас контроль». «Они ничего не говорят. Вы активисты, и здесь вы полностью делаете порядок». «Почему?» «Потому что они саботируют, а мы смотрим, что было нормально». «А мы хотим построить. Я в этой области вырос, родился, вырос. Я хочу построить себе на Одессу-Рени дорогу. И мне никто не помешает». Стройте, «Мне никто не помешает, ребята». «Я мешаю вам сейчас». «Я вам говорю, вы нам мешаете. Вы из-за того, что... Да я плевать хотел на ваш закон». «Завтра губернатору скажете, что вам плевать на закон». «Потому что ваши законы...» «Потому что вы гражданин какого государства?» «Я гражданин Украины». «Что вы такое сейчас говорите, плевать вам на закон?» Очевидно, гражданин генеральный директор совершенно уверен в надежности своей крыши. И полиция знает об этом. Как говорит в таких случаях одесский губернатор, действует договорняк. Подобные факты ставят под сомнение эффективность всей системы контроля грузоперевозок. Только на прошлой неделе, во время визита в Одессу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, служба безопасности дорог представила передвижной весовой пункт. Таких в области уже три, и должно быть еще какое-то количество. Масса машины не должна превышать 40 тонн. Попадаются фуры, нагруженные до сотни и даже до 130 тонн. Штрафы за перегруз могут достигать нескольких тысяч евро. Понятно, что перевозчику выгоднее договориться с полицией. В результате, по словам инженеров-строителей, дорожное покрытие служит всего 2 года из положенных 5. И на внеплановый ремонт уходят миллионы.
В цьому році ми консолідували всі зусилля на поточний ремонт доріг і продовження тих ремонтних робіт капітальних, які були заплановані. Важливо, щоб утримати сьогодні дорожні господарства на більш-менш прийнятному рівні. Принято считать, что у нас две беды – дураки и дороги. Приходится признать, что третья – продажность чиновников – гораздо страшнее. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». В Одессе собралась очередная критическая масса. Пробег на велосипедах за равенство на дороге и развитие городской инфраструктуры. Критическая масса не имеет отношения к политике и не носит коммерческого характера. Сбор состоялся на Думской площади. Оттуда колонна отправилась по маршруту. Старт и вольный пробег по городу. Всего 30 километров до 411-й батареи обратно. Очередная критическая масса состоялась. Сотни велобайкеров снова и снова обращают внимание на то, что городу необходимо развивать велосипедную инфраструктуру, а водителям авто считаться со всеми участниками дорожного движения. Кое-что участники пробега почерпнут и для себя, говорят организаторы. Цель – популяризация велосипедного транспорта, привлечение внимания общественности к тому, что какие есть проблемы в городе, что необходимо создавать соответствующие условия для того, чтобы велосипедисты себя чувствовали действительно равноправными участниками дорожного движения. Воспитание культуры участников велопробега, потому что с этим тоже есть проблема. Очередной забег уже 14-й в истории критической массы. В этот день, только 2 года назад, состоялась первая велоконвенция. Участники преодолели 30 километров по городу и после пит-стопа на 411-й батарее вернулись на место старта. Николай Конюхов, телеканал «Круг». Свой первый рассвет одесские выпускники школ встретили на Потемкинской лестнице. Развернув огромный флаг Украины, они исполнили государственный гимн. Последний звонок, выпускной, впереди целая жизнь. Ранним утром на Потемкинской лестнице был развернут огромный флаг Украины. Так вчерашние школьники встретили свое первое утро новой взрослой жизни под звуки государственного гимна. И, возможно, такая патриотическая акция этих юношей и девушек станет в нашем городе традицией. Ну, примерно такой же, как встречать рассвет на берегу моря. Это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. А я желаю вам только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 31 мая в Одессе ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.